Да, мы слышали информацию и по телевидению, и по радио. Но мы надеемся, что все-таки дамба укреплена достаточно, и наводнение город не затопит. Оно у нас есть? Я так не хочу его. Нет, не слышала. Ну, как-то не интересовался, если кому-то это интересно, они знают, наверное, кто в зоне подтопления, например. Ну, смотря как будет снег сходить. Наш регион, ну, не так уж часто, вот именно Курганской области, Курган, как говорят, что подтопление будет, ну, ожидается. В самом Кургане не знаю. Будем надеяться, что не будет его. В этом году ожидается высокий уровень. Ну, я Курган.ру смотрю постоянно, так. Говорят,